Це говорить Україна на телеканалі Україна. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Ексклюзив. Мій розстріл на камеру. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Її чоловік зранку пішов на роботу, а за 3 години опинився в реанімації. Про трагедію Інна дізналася з новин. Та не відразу зрозуміла, як таке могло статися. Ексклюзив, говорить Україна. Сьогодні ви вперше побачите чоловіка, який стріляв у хлопця. Та почуєте від самого постраждалого, що трапилося насправді. Конечно, вся страна видела эти жуткие кадры, и не раз, но никто до сих пор не ответил на вопрос, почему в здорового парня и, кстати, молодого отца выстрелили в упор на работе. Именно для того, чтобы выяснить это, к нам сегодня приехала Инна, супруга Вячеслава. Давайте ее поприветствуем и поддержим. Я ведь правильно понимаю, что вы действительно до сих пор не знаете, что на самом деле произошло. Именно поэтому сегодня нам нужно разобраться, чтобы расставить все эти точки над «и». Да, очень много вопросов, на которые хотела бы получить ответы я и вся страна. Инн, расскажите, пожалуйста, каким было то утро, когда вы провожали, когда еще совсем здорового своего Вячеслава на работу? Ну, утро было обычное, проснулись всей семьей. Слава собирался на работу, но уже в то утро Слава чувствовал какую-то, можно сказать, тревогу, у него тянула шея. Он говорит, может, ну, просквозил, то есть не придали особого значения. Мы провели с доченькой Славу на работу, но внутри была тревога, вот как-то что-то то было. То есть ощущение было да, у вас да, какое-то было и у меня, и у моей мамы, и у мамы Вячеслава, вот что-то было, где что-то чувствовали. Инн, вы стали звонить Славе или тревога сама по себе прошла? Я стараюсь Славе не звонить очень часто в течение дня, там на работе его тревожить. Ну вот тогда я решила позвонить. Этот звонок был около 12 часов дня, когда мы вернулись с прогулки с дочерью. Слава ответил? Слава не ответил, ответил незнакомый мне мужчина, попросил предоставить данные по пациенту, как потом мне сказали, предоставьте данные пациента, он находится в больнице. И сказали, что мой муж с огнестрельным ранением. Боже, трудно вообще представить, как вы отреагировали тогда на эту новость. Отреагировала, это телефон выпал из рук, это непонятно, кому было звонить, куда бежать и что делать. Но какие мысли при этом, Инн? Мысли были розыгрыш. Розыгрыш я не верила. До конца да, вы нет, тогда еще не верила этому. Я думала действительно, что это какой-то розыгрыш, шутка какая-то. Но потом вы вынуждены были взять себя в руки и да, я взяла себя в руки, позвонила родителям Славы, позвонила своим родителям. Все сразу же выехали в больницу. Я поехать, к сожалению, не смогла, так как я была с дочерью дома. Я в этот день не попала к Славе, были родители с ним. Вы на следующий день попали туда? Да, я попала на следующий день уже. Каким вы увидели своего мужа? А каким было состояние Славы? То, что я увидела, это очень сложно писать было. Меня пустили в реанимацию. Слава был без сознания. Сказали, что он полностью парализован, ничего не чувствует. То есть это сразу началась истерика. Вот я себя не могла держать в руках уже в тот момент. Был парализован, подключен к аппаратам, без сознания. Просто лежал. Что вам говорили медики? Какие прогнозы тогда они делали? Медики тогда сказали, что шансы, то, что Слава выживет, их практически нет. Что стоит только надеяться на Божью помощь. Сколько вы уже вместе, кстати? Вот в этом году у нас было 2 года, как мы живем со Славой вместе уже в официальном браке. А малышке сколько? Малышке нашей годик. Как зовут? Варвара. Варенька. Красивое очень имя. Она понимает, что произошло и почему папы сейчас нет пока рядом? Ну, она пока вместе еще маленькая. Я думаю, что она не до конца осознает то, что происходит. Но когда видит она фотографии Славы, она очень
Реагирует, да. Узнает папу по фотографиям. Я каждый день ей по возможности видео, фото показываю. Но я знаю, что вы еще брали Вареньку в больницу туда. Да, она была в Днепропетровске с нами, но в больницу, в реанимацию я ее не... Давайте посмотрим один на видеофрагмент. Будьте добры, покажите нам его. Варь, помаши. Варюш. Варюша, махай папе. Привет, привет. Вот там папа. Привет, привет. Да, привет, вот так ему. Привет, привет. Привет. Папа! Да, говори, папа! Говори! Гукай, папа! Гукай, папа! Варюш, говори! Папа! Гукай, папа! Все, камеру увидел. Папа! Да, папа! Гукай, папа! Папа! Да, папа! Да, да, махай, там! Он совсем не может пока говорить. Только так шепотом. Да. Пока не так. Это восстановится? Надеемся. Верим. А что врачи-то говорят? Врачи никакие гарантии не дают. Так как он на искусственной вентиляции легких, давление он, можно сказать, сам пока не держит. Состояние его тяжелое. Провели операцию, стабилизировали позвоночник, говорят, дальше будем смотреть, что восстановится, какие дальше нужны будут операции. Буду делать все возможное. 29-летний Вячеслав ушел на работу, и именно там ему прострелили шею. Сегодня Инна, супруга раненого Вячеслава, посмотрит в глаза тому, кто это сделал. И, очевидно, получит ответ на главный вопрос, почему так поступили с Вячеславом. Эксклюзивно говорит Украина. Палец был на спусковом крючке. Вы в балаклаве? Да, я в балаклаве. Почему? За голову поднимает и вставляет вот сюда пистолет. Эту постановку, провокацию придумала София. Такими словами не бросаются, София. Певні обстановки. Я держу себя в руках до поры до времени. Что должно было произойти внутри здания, чтобы возникла необходимость стрелять? Инночка, а кто все-таки рассказал вам о самой трагедии? Где и при каких обстоятельствах Славу ранили? Узнала от главного редактора ихнего интернет-ресурса, ихнего телеканала, от Софии Скиба. Она мне по телефону уже рассказала, где была съемка. Сказала, что они поехали на учение, на обычную съемку. Они делали сюжет? Да, они делали сюжет, то есть, да, для новостей, обычный сюжет, что им предложили сделать постановочную съемку. Нужен был статист. Ну, она его позвала, он доверился и не отказал и пошел поучаствовать в этом всем. Об этой новости, конечно же, трубили все украинские средства массовой информации. Но мы разобрали посекундно те самые жуткие видеокадры. И наши уважаемые эксперты нашли странные и страшные детали в этих самых видеокадрах. Мы обязательно все это покажем и детально сегодня все это разберем. Сейчас в студию выйдет еще одна наша гостья, та самая София, о которой вы говорили, главный редактор портала, на котором Слава работает. И они вместе, как вы поняли, как вот Инночка нам рассказала, были тогда на той съемке. София, будьте добры. Як так сталося, що ваш товариш нині в реанімації? Я думаю, що ви вже проговорили про ті зйомки, на які 6 липня ми поїхали з В'ячеславом, де він згодився зіграти роль статиста. Безумовно, такого роду розвитку подій ніхто не очікував. Він відразу згодився на це? Так. На його місці могла бути я або мій колега, який стояв поруч. Але за певних обставин, за певних причин ми не підійшли. Увага на екран. Софія та В'ячеслав дружать зі студентських років. Разом гризли граніт науки у Криворізькому державному педагогічному університеті. У Славу була закохана добра половина дівчат і нашого факультету, і паралельних факультетів, тому що він займався КВНом, він займався купою соціальних всяких там проблем, питань культурних. Так склалося, що після університету друзі стали разом працювати. Софія подалася в журналісти, а В'ячеславу до душі була робота фотографа.
Останнім часом ми дуже часто зі Славою знімали прощання з бійцями, які захищають Україну. Слава дуже добре ставиться до Збройних сил України. 6 липня Софія з В'ячеславом, як завжди, у парі поїхали на зйомку. Їх запросили на показові військові навчання. Все йшло за планом, аж раптом почалась імпровізація. А що це була за імпровізація? Хто її запропонував журналісту? Після основного епізоду, коли ми відзняли інтерв'ю із інструкторами, з військовослужбовцями, із чиновниками, ми набирали традиційний відеоряд. А ми з колегою, з журналістом з іншого на той момент видання «З колою» стояли, обговорювали, що відбувається, як оператори самостійно працювали, фото, відео, вони самі чудово орієнтуються в ситуації. До нас підійшов один із військових, які брали участь перед тим у навчанні. Людина, яку ми вже бачили на знімальному майданчику, якщо можна так сказати, на цій локації. Він підійшов і спитав колеги, може бути, що там зняти хочете. Ми спитали, що, власне, ви маєте на увазі. Ну, можливо, хтось із вас підійде до райради, намагатиметься у ролі провокатора пройти всередину, не даватиме посвідчення. Він так має побикувати, скажімо. Його поставлять на коліна, заломлять руки назад, доведуть до дверей і мають відпустити. Таким був план дій. Я сказала, окей, давайте це буду я. Він каже, ні, ну ви, дівчинка, вас ламати некоректно. Поруч стояв Коля і каже, ну я можу, але я в брендованій футболці, там на ній був написана назва телеканалу. Якось так пом'ялися, і Славка стояв внизу, він набирав відеоряд. Я йому кивнула, кажу, Славон, іди до нас. Тобто ви стверджуєте, що цю імпровізацію запропонували провести саме військовий? Так, це був інструктор. Сегодня в нашей студии есть еще один свидетель той страшной трагедии. Это знакомый и коллега Вячеслава. Это оператор местного телеканала Николай. Так? Николай, выходите, пожалуйста. Итак, с чего все началось? Что делал Вячеслав? Что делали военные? Він підходить до військових, починає з ними певний діалог. Так. І коли вони запитують в нього, пред'явіть своє посвідчення, картку ідентифіковану, він почав викликати агресію. Як це все відбувалося, ми це побачимо. Але я, по-перше, хочу запитати у вас, Інна. Ви не проти, якщо ми все-таки ще раз подивимося кадри тої самої імпровізації? Звісно. Да? Давайте-ка обратимо тоді увагу на екрани. Не приближайтесь, если вы на служащем. Встань. Ваша стань. Стой, стрелять буду. Чего, уберите. Встань. Вы нормальные люди? Встань так. Дайте... Стой, стрелять. На колени. Руки за голову. Кепка. Вторую руку дал. Руку дал. Да я лежу. Ух, вы козлы! Лежать! Есть, вот. Вяжи. Подбива! Пошли. Ну, на первый взгляд, ничего действительно страшного. Но с какого момента все пошло не так? Військові проговорювали, що ми робимо попереджуваний вистріл в повітря. Так, після чого Славко має лягти на підлогу. Ми його зламуємо, скручуємо, в принципі, це. Це теж було? Так. Далі ніякої розмови не було. Тобто про те, що заводять Славка у райраду, ніхто не домовлявся. Так, давайте звернемо увагу на екран. Так, пішли. Тобто за сценарієм не повинні були заводити всередину, не так будівлі? Відразу після того, як Славка завели, ми почали йти за ним.
стояв біля входу військовий, котрий з автоматом, направивши на нас, каже: «Ні, ми вас не пустимо». «Чому не пустите?» «Ну, типу, мовчки. Ось, типу, все. Ну, типу, стратегічний об'єкт, тут навчання йдуть військові, ми вас не пустимо». «А чому не пустимо? Ви завели нашого колегу, ми, можливо, хочемо записати його враження, емоції, як він себе відчуває. Нас ніхто не пустив». Ми так, а що далі? А далі було? Ви почули... Так, ми, знаходившись на вулиці, на подвір'ї, почули глухий звук. Відразу я пропустив якісь думки, що це, можливо, якась впала шафа. Це був такий достатньо глухий звук, такий як хлопок. На що він був? А, на... Він був схожий на хлопок. Ми, в принципі, припустили, що це могло або щось впасти, або це був постріл. Давайте ми зараз послухаємо той звук. Десь після цього вистрілу з півхвилини-хвилину почали вибігати військові. Швидше. Так. Навіть швидше, так, справді. Навіть на кадрах видно, що це було там протягом 10 секунд. Він так вискочив і почав кричати: «Санітара, санітара!» Санітарів не було на вулиці, вони, певно, знаходились в приміщенні. А військові говорили щось між собою? Так, спілкувалися вони між собою. Вони якраз спілкувалися між собою в той момент, коли я відійшов у бік, я залишив камеру увімкненою. І один з військових, котрий вийшов, він своєму колезі сказав, що інструктор, котрий заламував Славка, нічайно вистрілив. Давайте звернемо увагу на екран. Нічайно у нього вийшлись вихід з... С вашего позволения, немножко поговорим об особенностях оружия, применявшегося. Это ГЛОК-17. Вот этот вот рычажок, он как второй спусковой крючок выглядит. Он предохранитель фактически. Совершенно верно. Это предохранитель. Запрошу обратить внимание. Ну вот для людей просто, для которые людей знаете, просто. На пальцах вот эта вот клавиша, да. Пока на нее не давит палец, пистолет не выстрелит. Он не выстрелит, если он упадет. Он не выстрелит, если им в кого-то ткнуть. Он не выстрелит, если им ударить. То есть... Единственное, что мы сегодня можем утверждать со стопроцентной вероятностью, именно стопроцентной, палец был на спусковом крючке. То есть этот человек нажал на спусковой крючок. Вольно или невольно. Итак, затеяли импровизацию военные. Так, по крайней мере, настаивает София. Ее саму на эту роль не взяли, и поэтому участвовать в этой импровизации было предложено Вячеславу. И Вячеслав вроде как сам моментально, буквально согласился. До начала сегодняшней программы это жуткое видео посмотрели и проанализировали наши уважаемые эксперты. И, возможно, мы будем даже шокированы, потому что специалисты насчитали очень много грубейших ошибок, которые допустил мужчина, которого в Кривом Роге считают одним из лучших инструкторов. Сегодня он сам даст ответ на вопрос, зачем он это сделал, зачем он выстрелил. И это наш эксклюзив. Он идет, человек, подними правую руку. Я ему говорю стоять, не двигаться. Он говорит, ну я шмальну. Вот давайте представим, что это боевое оружие. Да. Вот этот инсценировка, это было предложено Софией. Ну а если я тебе сейчас скажу прощайся с мамой, с папой? Ну в певній обстановці. Такими словами не бросаются, Софій. Вы в балаклаве? Да, я в балаклаве. Почему? Значит, вот я хотел бы у вас уточнить, когда обговаривался этот сценарий военными, инструктор, который потом выстрелил Вячеслава, он был рядом, он слышал этот сценарий? Коли один из військових запропонував нам с Миколою что-то дозняти, потом он на секунду відійшов, підійшовши до Игоря Петренка, цей кадр один из останніх, який вдалося на той Петренко, момент. Петренко це? Це, власне, людина, яка здійснила постріл за версією. Слідства. Що він йому говорив, ми не знаємо. Ми з Колею стояли там на місці і чекали Славка. Тобто цей момент їхнього секундного спілкування бачив Слава. І потім, коли Слава знаходився внизу, ми налаштовували камеру. А поруч із нами ще був ще один інструктор Володя. Він стояв ліворуч, і справа вже знаходився Петренко. І коли от вони між собою говорили, він говорив: «Ну я шмальну». А Володя стояв, Азарян, ще один інструктор. Питає в смислі. Ну, як положено, в воздух, з той стріляти буду. Стань так. Стой стріляй!
А скажите, пожалуйста, Инна, вы видели того человека, который стрелял, выстрелил Вячеслава? До этого я его не видела, но он мне позвонил. Когда он вышел под залог, попросил его выслушать. Так. Приносил свои извинения, сказал, что это случайность, что этого не должно было быть. Просил, чтобы я его простила, так как у него есть семья, маленькая дочь. Он предлагал вам помощь? Первый день, сразу, когда Слава попал в больницу, он сразу 8 тысяч предоставил на медикаменты. А еще потом как-то помогал? Потом, спустя, наверное, недели две он передал 5 тысяч. Угу. И вот буквально дней 10 назад тоже 5 тысяч гривен передал. И все. То есть всего 18 тысяч? Да, да, да. Вы упомянули, что он вышел под залог. Да. То есть получается, что он сейчас на свободе, находится. Да. А как так получилось? Где он взял такую сумму? А какая сумма, кстати? 400 тысяч гривен. Угу. А вы задавали ему вопрос, а где он? Да, я задала ему такой вопрос, когда у нас был телефонный разговор. Угу. Я попросила помощи, говорю, помогите нам, Славу нужно лечить, нужны большие деньги, у нас таких денег нет. Да. Говорю, вы же нашли 400 тысяч на залог. На что я услышала ответ, что это не мои деньги. Это собрали мои хорошие друзья, он сказал. Ну а почему нельзя собрать такие же деньги? Вот я его тоже попросила, говорю, тогда соберите такую сумму, пусть ваши друзья помогут нашей семье. На что получила ответ, пусть вам помогают ваши друзья. Он так сказал? Да. Вот это был... Это грубо и жестоко вообще. Да, и все, и больше у меня желания не было с ним разговаривать. А военные звонили вам как-то, они предлагали свою помощь? В первый день, как только мы приехали в Днепр, буквально через несколько дней приехал военком с Оксаганского военкомата, и просто по личной инициативе, неофициально, он просто передал 7 тысяч гривен. А от себя просто? Ну да, он говорит, мы по своим ребятам, по возможности, вот что собрали, передаем вам. Эксклюзив «Говорит Украина» сегодня. Впервые на украинском телевидении вы увидите мужчину, который ранил молодого парня, журналиста, на военных учениях в центре Кривого Рога. Вы узнаете, кто этот человек и почему он, собственно, стрелял в безоружного журналиста, когда тот выполнял свои профессиональные обязанности. У журналистов своя версия. Военные думают иначе. И мы нашли человека, который присутствовал на тех самых учениях. После долгих переговоров он все-таки согласился принять участие в нашей сегодняшней программе. И сейчас он находится на прямой связи по скайпу. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Вы в Балаклаве? Да, я в Балаклаве. Почему? Я не хочу, чтобы меня видел определенный круг людей. Это не касается ни вашей студии, это касается моего прохождения службы. Михаил, значит, коллеги Вячеслава говорят, что именно вы придумали эту инсценировку, в которой, собственно, Слава чуть не погиб. Это так? Нет, это 100% не так. А я как это было? Рассказать, как это все было. Да, прошу вас. В тот день мы узнали, что на этих учениях были приглашены журналисты на 11 часов утра. Было для них показано, как поступает сигнал о якобы захвате госадминистрации, как занимаются посты, рассредоточение и все остальное. Все это действие было где-то минут 20-30, после чего журналисты брали интервью у офицеров, у командиров взводов и уехали. Я был в это время на площадке, то бишь на лестнице возле входа. В это время ко мне обращается девушка. Она представилась София Скрига, главный редактор какого-то канала. Она у нас в студии. Вот вы ее узнаете? Это та самая девушка? Вы видите ее сейчас, Софию? Да, 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 это так. Девушка. Так, она... и что сказал вам София? София сказала, что они опоздали. И можем ли мы для завершения ихнего репортажа сделать какую-то картинку? На мой вопрос, к примеру, она говорит, ну, задержание. Задержание нарушителя все. Я говорю, как вы это представляете? Для этого должен быть подготовленный человек. Она сразу себя предложила в роли статиста. На что я ей сказал, ни детей, ни женщин в сценах, где есть насилие, да, привлекать нельзя. Она говорит, у меня есть хороший оператор, он хороший актер,
который может сработать статистом. И я был против этого. Так. В это время был Петренко, он тоже спросил, я говорю, так и так хотят сделать такую сцену, я говорю, ну я против. После чего я ушел. Все. Куда вы ушли? Я спустился по лестнице, я ушел вниз курить. А журналисты тоже ушли? Нет, журналисты остались на парапете, на ступеньках. То есть вы настаиваете на том, что эту постановку, провокацию придумала София? Так точно. Это была ее инициатива, и с этой инициативой она обратилась ко мне. Но тогда получается, что София должна была договориться с тем самым инструктором по фамилии Петренко, так? Дальше я не присутствовал. Я ушел вниз, там порядка 10-15 ступенек, я ушел вниз и курил. То есть получается, что вы пустили ситуацию на самотек? Я пустил. Мой отказ в проведении этой инсценировки было как и запрет. Тем более я к этим всем постановкам не имею никаких отношений, даже по своим тем обязанностям. Я был приглашен военкоматом как инструктор по инженерной подготовке личного состава. Да-да, Михаил, вас никто ни в чем не обвиняет, мы просто пытаемся разобраться. Значит, вот смотрите, какая история. Если журналисты подходят с этой идеей, то они по уставу, вот по вашим правилам, военным правилам, они к кому должны были обратиться с этой просьбой? Вы знаете это? Они должны были к командованию обратиться. Так, а вы сказали журналистам, идите к командованию? Честно, я не помню. Вроде бы как нет. Вы не помните, сказали, потому что вы брешете, Михайло. Я вам отвечаю, что я был против такой постановки сцены. Да, но при этом вы не отправили журналистов к командованию. Я не отправил, потому что они общались еще с людьми, понимаете? С какими людьми общались они? И София в частности? Там подошел Петренко. София, с кем вы договаривались? С Петренко? По-перше, дозволите, пане Олексію? Ні, извините, пожалуйста, сначала ви відповідьте, пожалуйста. Ні, ми домовлялися з Михайлом. Але він не хоче з цим погодитися. Ну, це його право, нехай не погоджується. Для цього є слідство і під підпис, і під присягу покази такі я давала. Але є ваше слово проти його слова. Пане Михайле. Так. Скажіть, будь ласка, про що і про який досвід мій чи В'ячеслава ми з вами спілкувалися напередодні постановки? Перед тим, як ви кидали гранати резервістам у кущах біля дитмайданчику. І що в той момент ви робили? Це була постановочна зйомка для журналістів? Ні, це була не постановочна зйомка. То була, во-первых, не граната, а була імітація. Це був муляж. И как вы тогда видели, была команда инструкторам, что есть раненые, и выводили раненого человека. Было такое? Да, да, было. Имитувание. Да, это было запланировано в ходе учений. Самого нападения на здание не было. Отрабатывалась оборона здания. Оборона. Никаких на диверсантах, нарушителях, провокаторах. На учениях ролей нет. То есть это... по плану никаких инсценировок не было, нет, так, Михаил? Нет, по плану никаких инсценировок не было. Поэтому вот этот инсценировка, это было предложено Софией. У вас есть видео, где происходит, так сказать, задержание нарушителя, так? Так. Где инструктор говорит, ребята, может быть, хватит? У него сейчас мышцы сведет. На что? София, там Софіїн чітко голос слышно. Давайте, давайте. То бишь, продовжайте. Давайте, я можу відповісти, Олексію? Давайте, давайте. Давайте, давайте, зробіть паузу так, як вам потрібно. Поруч зі мною знаходилися ще три оператори і журналісти, я договорю. І вони так само продовжували це фільмувати. Давайте от посмотримо той самий фрагмент, о котором сейчас Софія говорить. Внимание на екран. Ребята, там уже пауза, бо у нього щось мисці здадуть. Давайте, давайте. Давайте. Навіть шея перескозила, я чувствую, коли напрягається. Я вам скажу, вы достаточно таким азартом говорите, давайте, давайте. Мне кажется, вы вошли в кураж не меньше, чем тот стрелок, который стрелял. А в чем ваша основная претензия? Можливо, я смогу тогда вам ответить. Да нет никаких претензий, мы выясним. Нет, претензий как таковой нет, понимаете? Я просто хотел выразить то, что вы, скажем так, профессиональные вопросы свои поставили гораздо выше, чем безопасность ваших подчиненных на тот момент. Да, безопасности должны военные задумать. Вопросов нет, она причем могла тут журналист? Думать. Но тем не менее, слушайте, стоп. Вот, значит, о чем говорит Николай? Я резюмирую. Эта провокация не была в плане этих учений со слов военных.
Ну, так як Михайло сказав, але це не відповідає дійсності. Пане Михайле, коли ви стояли внизу на асфальті, ми наверху, ви почули перший постріл, як експерт говорив, і достатньо складної зброї із глока. Ви чому не відреагували на те, що це був бойовий постріл? Чому ви не зупинили? Тому що від моменту першого пострілу до другого минуло десь півтори-дві, мабуть, хвилини, якщо я не помиляюсь. Вистріл був произведен з пістолета ГЛОК. О том, що Петренко має пистолет, мы не знали. Во-первых, да, оно нас ошарашило. Но когда вы говорите, давайте, давайте, наша какая должна быть реакция? Если вы двигаете сценку дальше, это первое. И как вы сможете ответить то, когда Вячеслав начинает подниматься по ступенькам, что вы ему говорите? Славик, прощайся с мамой, там, с женой и всеми остальными. Да? Это до постановки этого сюжета. Слава, ну давай, последнее слово папе, давай. Маме. Мы тебя помним нормальным. У нас завжди дуже весела обстановка в колективі. І тобто ви говорили на майданчику. Були і інші колеги, які такі там, слова не говорять, Софій. Андрюха, зокрема, сказав, ми дуже часто і зі Славіком обговорювали і жартували. Ну, а якщо я тобі зараз скажу прощайся з мамою, з папою? Ну, в певній обстановці такими словами не бросаються, Софій. В певній обстановці я держу себе в руках не до пори до времени. Скажіть, пожалуйста, Михайло, а вот что делал человек по фамилии Петренко с боевым пистолетом? Я у него этого пистолета не видел. Весь личный состав был с автоматами, без боеприпасов. Магазины были пустые. Петренко был приглашен официально военкоматом. Когда уже занятия подходили к концу, тогда появился Петренко. О наличии у него боевого оружия мы не знали. Я вообще не понимаю тогда роль Петренко. Если он подъехал, когда уже все завершалось, то зачем он вообще подъезжал туда? Сколько тогда еще частные лица, смотрите, он частное лицо. Частное лицо он. Он же волонтер у нас. Второй Петренко приехал. Тоже частное лицо. От какой компании? Что они там за контракт заключили? Где здесь вообще армия? Михаил. Слушайте, это частная ситуация. Михаил, отвечайте, здесь, пожалуйста. Официальная себя, структура. Конечно же. Нас на эти учения привлек Саксоянский военкомат. Как инструкторов. Люди были приглашены из Днепропетровска. Было около 20 инструкторов. Потому что военкоматовские работники, которые должны были быть штатными инструкторами, они съезжали на то, что у них нет боевого опыта, и ничему они людей научить не могут. Поэтому военкоматом были задействованы мы. Мы, конечно же, когда готовили эту программу, обратились за комментарием в военкомат Саксаганского района Кривого Рога. И, конечно же, нам было важно услышать их мнение. Они долгое время закрывались, они не хотели контактировать, но потом все-таки комментарий мы добились. Внимание на экран. Ігоря Петренка запрошували командування військового комісаріату, особисто я запрошував, в якості волонтера для надання методичної допомоги. Поради, якісь раціональні рішення, які краще було виконувати при тому чи іншому там, охороні чи обороні об'єктів, чи там проведення тактичної підготовки та інше. Він спеціаліст з тактичної підготовки та з охорони посадових осіб. Він знаходився в патрульній поліції інструктором протягом одного року і надавав їм дуже кваліфікаційну допомогу. Ви це перевіряли? Один сертифікат ми перевіряли, але для нас було достатньо те, що він є учасником громадського об'єднання, а також має досвід в тих чи інших питаннях тактичної та спеціальної підготовки. Вроді як опитний чоловік, по крайній мірі, утверджує представник воєнкомату. А от така странна ситуація. Коли помилки відбуваються з оружием? Либо коли ви повний ноль і берете пістолет в руки, не знаю, наскільки він і в яких положеннях буває опасен. Либо коли ви день в день, кожен день, имеете дело с оружием, и у вас просто притупляется бдительность.
Итак, военный инструктор Михаил утверждает, что никакой импровизации изначально в сценарии этих военных учений заложено не было. Ее придумали сами журналисты ради красивой картинки. И, собственно, подыграл им приглашенный инструктор по фамилии Петренко. Это версия Михаила. Сегодня здесь, в этой студии, мы попытаемся повторить ту самую инсценировку. И инструкторы проиллюстрируют наглядно все ошибки. Ну и сам стрелявший нам сегодня расскажет, что произошло в коридоре, где не было камер видеонаблюдения. Игорь Петренко пребывал без зброї бойовой. Выстрел был из боевого оружия, а пистолета не было. На колени. Он идет на него и вот таким образом пошел. И когда он прошел турникет, он сделал вот это. Нет разрешения, пистолет приобрел незаконный. Хотите ли вы услышать обращение лично к вам Игоря Петренко? Михаил, вы анализировали ведь эти всякие ошибки, да, которые были допущены? Кадры пересматривали? В принципе, да. А там правильно все было сделано? Нет, были ошибки. Какие именно? Начиная от того выстрела, которого не должно было звучать раз. Вы имеете в виду первый выстрел, который был еще на крыльце сделан, вот этот предупредительный? Да. Наведение оружия на человека. Ни в коем случае. Оружие на человека заряжено, разряжено, не направляется. А видео, то жуткое видео, которое знакомо уже стране, проанализировали до начала записи программы наши уважаемые эксперты. И они единогласно сошлись на том, что такого количества ошибок они ни разу в жизни в своей профессиональной не видели. И все это, конечно, вызывает шок. Я ведь не ошибаюсь, Вячеслав? Да, правильно. Я не буду, как говорят, глубоко копать, понял? Я буду анализировать то, что происходило. Ну, давайте сначала тогда еще раз все-таки посмотрим эти видеокадры. Пожалуйста. Покажите их нам. Значит, смотрите, человек не сопротивляется. Стоят рядом очень много военных. Человек делает выстрел, уже патрон в патроннике автоматически туда попал после первого предупредительного выстрела. И уже пистолет направлен в спину. Если случайно его толкнули, он мог опять выстрелить. Теперь пошел автомат. И заметьте, пистолет он из руки не убрал в место хранения. Он достал еще автомат и вложил все в одну руку. Вы представляете, удержать человека и автомат, и пистолет одной рукой. Причем человек не сопротивляется, по лицу видно, что уже больно. А теперь смотрите, он держит его оружием, а помощник его пытается ему еще и связать с неудобным положением руки. То есть это вообще абсурд. Теперь смотрите, автомат убрал, и опять патрон в патронник, и опять в затылок. Видно, да? Угу. То есть это полностью говорит, что человек не понимает, что такое задержание, как оно делается. То есть это вообще инструктора никогда в жизни не делают, если они знают и умеют. Это грубейшее нарушение всего. Начинает мер безопасности и заканчивает профессиональной своей деятельностью. И следующий момент, он начал делать болевой контроль с боевым пистолетом под шею и начал вытаскивать ему ногу. Это тоже грубейшее нарушение. То есть тут налицо каждое действие посекундно, везде нарушение. Везде. И шею он мог сломать. Ну да. Смотрите, когда он его заводит, он четко видно, что он его руку заломил, а левую руку, уже когда прошел турникет, он поставил с оружием в голове. И это четко видно. Опять же, нет никакой ситуации какой-то агрессивности, все спокойно. И зачем это делать? Вообще ничего нет. Зачем это делать дальше? Вячеслав, а вы ведь готовы сейчас показать, как правильно проводятся эти захваты? Пожалуйста, прошу вас. Я хочу подчеркнуть, что у военных была импровизация. И у нас сейчас импровизация. С той лишь долей разницы, что сейчас мы увидим, как это профессионально нужно сделать. Вячеслав, прошу вас. Значит, был выстрел у этого человека. Значит, перед началом действий, да. Что нужно объяснить? Нельзя делать выстрел, абсолютно не надо показывать, ничего делать не надо с оружием. Угу. Потому что стоят люди с автоматом, мы не должны этого делать вообще, я оттуда его не достаю. Он идет, человек, подними правую руку. Я ему говорю, стоять, не двигаться. Если он двигается, тогда я буду жестко задерживать. А была такая ситуация, он остановился, и была команда, встать на колени. На колени! Руки за голову. На колени. Руки за голову. Нога на ногу. Я контролирую его ноги, я его взял на удержание и смотрю, что у него есть. Если есть сумка, да. Угу. Теперь я покажу, что он сделал. Смотрите, он досылает патрон в патронник и делает выстрел. Второй патрон зашел, гильза ушла. Патрон уже здесь, на колени. Он идет на него, сбивает его с ног, толкая в такое положение. Дальше начинает ему заламывать руки. И если вы заметили, он
оружие поставил вот сюда. И вот так он ему заламывает руки. Дальше он берет автомат, вот такую область. Вот он. Вот его действие. И после того, как второй помощник начинает его связывать руки, они так и не связали. Он убирает автомат. Ну, болевой контроль я не буду ему делать, незачем. За голову поднимает и вставляет вот сюда пистолет. Ух вы, козлы! Лежать! Этого тоже делать не надо. Когда я его взял на контроль, пистолет вообще тут не должен быть. Дальше, когда руки связаны, мягенько, аккуратно, чтобы человеку не было больно. Ноги под себя. Под себя ноги. Все, я его мягко увожу. Что сделал этот человек? Он его поднял. Оружие вот так он держал, вот так, как паспорт. И вот таким образом пошел. И когда он прошел турникет, он сделал вот это. Пошли. И вот здесь... А для чего? Ну, потому что неадекватность. Он действия свои не контролировал абсолютно. В той ситуации пистолет мог выстрелить 5 раз, как да, минимум. Да, абсолютно правильно. И в итоге причем, он выстрелил. Причем самое страшное, что даже если выстрелили не только вот в этого человека, условно говоря, да, а рядом стоящих, была бы такая же проблема, конечно, не приведи господи. А вот там вот уже в конце, спасибо вам огромное, садитесь. Спасибо. Можно убрать? Да, тоже, прошу вас. Ну вот этот вот боевой пистолет на учениях. Мы обратились за комментарием. Внимание на экран. На навчаннях Ігор Петренко перебував без зброї бойової. Він перебував із стрельбольним автоматом, який не є бойовою зброєю. Бойової зброї в нього на навчаннях не було. А та яким оружием он поранил В'ячеслава Волка? Я на це відповідь надати не можу через те, що проводиться слідство, розбирається слідство. Я цієї зброї в нього не бачу. Волшебство прямо диво-дивне. Значить, вистріл був із бойового оружия, а пістолета не було. Значить, смотрите, давайте послушаем ще один коментар, тому що вот эти вот дивные дела, они продолжаются. Дайте нам фрагмент. Те, що у того інструктора з'явився пістолет, це був його особистий. Звідкіля він в нього взявся? Ну це персональна відповідальність громадянина, розумієте? Хто ж там дивиться, хто кабуру, що в нього там ще лежить? А хто мав подивитися? Я перепрошую, значит, Олексій. Так, ну, дійсно, кожен мог прийти з бойовим оружием, при цьому ніяких досмотрів не проводилось. И каждый человек мог быть, в принципе, потенциальной жертвой этих самых военных учений. Итак, мужчина, который ранил Вячеслава, не давал комментарии ни одному украинскому средству массовой информации. Но мы сделали все, чтобы получить от него всю необходимую информацию. Что нам скажет сам Вячеслав, который в тот день ушел здоровым, а теперь лежит парализованным? Что происходит? Ходила в вестибюле, где не было в тот момент камер. Но пока я приглашаю в студию своего коллегу Алексея, который, собственно, вел это расследование. Леша, выходите, пожалуйста. Насколько трудными были эти поиски? Вы знаете, Алексей, поиски были на самом деле очень трудными. Потому что, когда мы звонили и спрашивали по поводу Игоря Петренко, что вы знаете о нем? Да, знаем. Пожалуйста, позвоните через 5 минут, мы вам дадим характеристику о нем. Угу. После этого мы звоним, а нам говорят, ой, вы знаете, у нас такой человек не работает. Или угу. Мы его не знаем, мы ошиблись. А это вы куда звонили-то? Мы звонили в организации, в которых он или работал, или сейчас угу. работает. Но вы ведь вам удалось еще, кстати, с родственниками пообщаться. Да, мы пообщались с его женой. Она сказала через дверь, она нам не открыла, сказала, что я не хочу ничего о нем комментировать. Потому что этого человека в моей жизни уже 7 лет нет. Угу. Мы с ним общаемся только по делам. У нас дочь совместная. Общий ребенок. Общий ребенок. И я спросил у нее, вы знаете, что случилось 6 июля возле Саксаганской районной угу. администрации? Она сказала, да, я знаю, и мне действительно жаль этого парня. Вячеслава. Да, ну, которого да, ранили. Да, ранили. Но давайте сейчас посмотрим, что говорят об Игоре его соседи. Внимание на экран. Знаете таких? Наталья и Игорь проживают у вас здесь? Ну, Наташа. Ну, так, знаем. А так? А давно они здесь проживают? Вона год 5 уже. Mm.
где-то, вы знаете? Кажуть, що роблять бухгалтером, а де ми не знаємо. Значит, после соседей куда вы направились? После соседей мы поехали к нему на работу. Он работает начальником службы безопасности в одной из фирм, которая занимается металлоконструкциями. Угу. Нас туда не впустили. К нам вышел на разговор охранник службы безопасности, как они представились. Ну, давайте сейчас просто обратим внимание на экран, посмотрим эту видеозапись. Мы начали с Игорем Владимировичем Петренко. С Игорем Владимировичем Петренко тоже не сможет. А там тоже увидишь. Будет в понедельник, да. Они поехали, они заключают договор, вот, поэтому это нужно для предприятия. Я просто хотел просто переговорить, для того, чтобы, может, он просто объяснил, как так получилось с его слов. Как вам сказать, человек сейчас очень осторожен во встречах и высказываниях, потому что сейчас идет судебное разбирательство, правильно? То есть вы сами понимаете, что любой оказавшийся в его ситуации, он постарается все контакты как бы до минимума. Есть одна линия защиты, есть другая линия защиты, понимаете? То есть адвокат. То есть адвокат предлагает какую-то линию защиты определенную. То есть определенная линия защиты, то есть он говорит, чем меньше говоришь, тем лучше. Понимаете, молчание золото. Позиция молчать. А не зря выбрана? Как вы думаете, это удобная или наиболее оптимальная для них сейчас позиция? Они ждут время. Можно я скажу, как адвокат? Они выжидают время по позиции. Какую позицию займет Министерство обороны, комиссариат? Какую позицию займет Михаил? Они ждут, чтобы все высказались. Дальше вы от, значит, охранников, от коллег, вы продолжили поиски. Куда направились? Вы знаете, вот мы уже как бы думали, что все. Отчаялись. Отчаялись. Поиск закончен. Но вот так получилось, что Игорь сам вышел на связь, он сам перезвонил. Вам позвонил? Да, сам. Он позвонил сам, потому что где мы с моими коллегами не ездили, я всех просил, пожалуйста, передайте ему мой номер телефона. И вот он перезвонил. Ну и как, о чем было это общение, как вы поговорили? Он сказал, что он готов на все ответить, прокомментировать, только не готов общаться на темы, где он получал свои сертификаты военные, а также где он ранее воевал, служил. Это эксклюзив, говорит Украина. Ни одно украинское средство массовой информации не получило вот этого разговора. Внимание на экран. Пистолет приобрел личной охраны своей семьи для обороны. Скажем, классификация G-19 Glock. Это какая страна производства? Австрия. Да зачем вы взяли его на учение и тем более носили с собой? Даже под курткой, тем более об этом никто не знал. Мы после этого должны были выехать на полигон, поэтому я такой себе план выносил, взять его с собой, при возможности поработать на полигоне, потому что в этот день были запланированы стрельбы. Ну и кроме того, вы же понимаете, я был уверен, что боевой патрон не дослал сотрудник, потому что первый патрон у нас был холостой, и при холостом выстреле передосыл произойти не должен был. То есть я был в абсолютной уверенности, что там находится просто гильза от холостого. Патрона передосыла нет, боевой патрон находится, как я понимал, в магазине, и выстрела произойти не может. Что значит произошло? Вот давайте представим, что это боевое оружие. У меня в магазине находится энное количество боевых патронов. Ну, для понимания сейчас продемонстрирую опять-таки макет. Вот таких вот боевых 9-миллиметровых патронов. Значит, этот патрон досылается в ствол при примкнутом магазине, при вот, вот таким вот движением. То есть он досылается в ствол. Если я досылаю в ствол холостой патрон, или из магазина, или вручную вкладываю, неважно, и потом произвожу выстрел, давления для перезарядки не хватает. Действительно, в таком случае в патроннике остается гильза. Но, к сожалению, верх небрежности, когда в магазин, снаряженный боевыми патронами, верхним вкладывается холостой патрон. Угу. Можно его пропустить случайно, можно по ошибке боевой дослать. Все, что угодно может произойти. Боевые патроны от холостых патронов должны находиться отдельно. Это базовое требование безопасности. Вот, кстати, в средствах массовой информации было довольно много данных касательно документов, официальных документов на это оружие. Давайте-ка еще один фрагмент посмотрим интервью. У вас есть на него разрешение? Нет, нет разрешения. Пистолет приобрел в незаконный способ.
То, что я вам говорю, криминальное оружие. Да. То есть получается, что он явился на военное учение с неофициальным противозаконным оружием и еще и за этим оружием, собственно, выстрелил в человека. Можно уточнение одно дать? Чтобы вы понимали, да, вот если ты выезжаешь со своим личным оружием на полигон или на стрельбище, у тебя должно быть на него документ, да, где указано, что ты с легальным оружием стреляешь. Если ты появляешься на полигоне, достаешь ствол, и у кого-то возникает вопрос, стоп, родной, а мы на тебя его не записывали, тебя тут же покладут лицом там, в пол, в землю и сразу разоружат. А вот кто должен контролировать это? На полигонах очень жестко это контролируется. На стрельбищах точно контролируется, на частных. Угу. Итак, что же на самом деле произошло там, за закрытыми дверями районной администрации, в том самом коридоре, где нет видеокамер? Почему Игорь Петренко нажал на курок и едва не убил 29-летнего Вячеслава? Что нам скажет сам Вячеслав, который в тот день ушел здоровым, а теперь лежит парализованным? Сможет ли он ходить и сидеть самостоятельно? Кто должен, собственно, ответить за это страшное ЧП, которое буквально перевернуло жизнь молодой семьи с ног на голову? Пистолет как бы замкнулся между двумя телами. Это говорит о том, что человек сочиняет. Хотите ли вы услышать обращение лично к вам Игоря Петренко? Ну а сейчас давайте послушаем самого Игоря Петренко. Почему все-таки он выстрелил? Внимание на экран. Видимость была не достаточно для того, чтобы ходить и видеть, да, скажем. Не скажу, что совсем темно, но и не светло. Вот так вот. Такое ниже, освещение ниже среднего. В правой руке находился пистолет, он был в повернутой руке, соответственно, смотрел влево. Он не смотрел в сторону Вячеслава. В сторону Вячеслава пистолет смотрел один раз на камере, когда мы его поднимали на улице. Так мы его и вели, я заводил хват при том, как я его заводил, никто не менял. Уже в моменте, когда мы падали, произошел переворот тела Вячеслава, когда... То ли он подскользнулся, тут тяжело сейчас сказать, потому что потом я видел, что из тапочек он как-то выпал. А в падении как бы оказалось, что он оказался на линяне. Я наоборот, получается, пистолет разворачивал от него в свою сторону, он на него уперся, упал. Пистолет как бы замкнулся между двумя телами. Палец спрыснул и, скорее всего, сработал. Абсурд. Абсурд. Дело в том, что любой человек военный, который маломальски обращается с оружием и там стреляет, как стрелки, да, они понимают, что эта версия вся, она не выдерживает ничего. Это все, ну, это лукаво. Сразу я говорю, что это его вина, то, что он не имеет профессиональных навыков и допустил такие вещи. Они не падали. Я общалась со Славой, адвокат общался, они не падали, не спотыкались, они никуда не врезались. Слава говорит, меня завели, как собаку, говорит, за, можно сказать, за шкирку взяли. Ну, это было видно, да, на говорит, кадрах. Держали пистолет, говорит, все время, от начала и до конца. Давайте обратим внимание на экран. Все это все смотреть и тем более комментировать. Безусловно, все, кто причастен к этому жуткому ЧП, должны понести наказание, но нужно сделать все для того, чтобы Вячеслав все-таки выздоровел, потому что у него есть совсем еще маленькая дочка Варя. Насколько велики шансы? Ответ на этот вопрос мы получили из Израиля от очень уважаемого врача. Он нам ответил. Давайте посмотрим на скриншот его письма. Перший етап лікування – це діагностика пацієнта. Її ціна – 15-17 тисяч доларів.
Другий етап – планова операція з установлення стимулятора для самостійного дихання. На це потрібно 65 тисяч доларів. Третій етап – реабілітація на 6 тижнів у спеціальній клініці, де хлопця вчитимуть самостійно дихати. За це треба буде заплатити 101 тисячу доларів. І кінцевий етап – реабілітація в неврологічному відділенні. Перебування там коштує 73-74 тисячі доларів. То есть в сумме получается 260 тысяч долларов. Это без стоимости перелетов, проживания и реабилитации. У вас ведь нет таких денег? Конечно, нет. Вы сказали, что Петренко вам помог лишь 18 тысячами гривен. Угу. Да, и все. И как вы полагаете, Инночка, он будет вам дальше помогать? Потому что такие деньги нужны. Я сомневаюсь, что он будет в чем-то помогать. Мы сегодня... хотим обратиться к нашим уважаемым телезрителям. Вы уже слышали о том, что 260 тысяч долларов – совершенно неподъемная, конечно, сумма для этой семьи. Где их взять, эти деньги? Потому что дочка Варя, которой годик всего лишь, хочет видеть папу. Папу здорового, потому что любому ребенку нужны здоровые родители и счастливые родители. Может быть, есть возможность подключиться и как-то помочь? Номер карточки, номер счета вы видите сейчас на вашем экране. Мы благодарим вас за вашу сопричастность и за добрые сердца. Скажите, Инночка, вот хотите ли вы услышать обращение к вам, лично к вам, Игоря Петренко? Он просил, чтобы мы его вам передали. Да, давайте показывать. Я думаю, оно уже ничего не изменит. Внимание на экран. Я несу ту відповідальність, яка на мені є. Я нікуди не тікаю. Якщо б я вчинив би якось інакше, тоді можна було казати. Моє каяття і моє вибачення, воно видно. Я дійсно, я дуже, дуже погано, що таке зробили. Тобто, я це не планував. Славі, хто не планував. Крім того, ну, за що дійсно шкода, я хочу вибачитися не тільки перед Вячеславом, його батьками, його дружиною, перед його донечкою. Я маю тільки надію, що все буде добре, все буде гаразд. І зараз, може, вибачатися я хочу перед ним, коли він на ноги стане. Что-то дополнить или что-то комментировать. Ну, а мне от этих слов не легче. Когда он вам говорит от сердца, он не от сердца говорит, он просто говорит. А что ему еще сказать? Ну, в какой-то ситуация. Момент это было весьма проникновенно. Здесь вообще нет искренности. Человек сочиняет. Либо подготовленный текст, либо он выдумывает на ходу. Тут, очевидно, подготовленный, потому что все, что он делает, ему рассказал адвокат. В том числе извиниться перед вами публично, я думаю, это тоже об этом говорил адвокат. Когда мы наводили справки, кто такой Игорь Петренко, соседи, знакомые, все говорили, он хороший специалист, он... обалденный просто инструктор, да? Но ключевые моменты здесь те, что этот человек неправильно учил и других людей, которые выстраивались к нему в очередь по этой тактической подготовке. Этот человек сейчас вышел под заставу 400 тысяч гривен, он сейчас продолжает дальше учить тех людей, вы понимаете? Кто должен за это отвечать? Ну, помимо Игоря Петренко, очевидно, потому что он совершил выстрел, тем более с такого оружия незарегистрированного. Кто должен нести ответственность? Ответственность несет однозначно Петренко. И однозначно военкомат. То, что привлекли инструкторов, ладно. Ребята, вы их проверили, кто это? Я бы еще к этому списку добавил бы администрацию, потому что это все проводилось на территории администрации. Так точно. Конечно. С лишнего согласования. Власть. Ответит ли сам Петренко, ответит ли местная власть? Конечно же, мы будем следить за развитием этого чудовищного, чрезвычайного происшествия. И мы надеемся, что все виновные будут наказаны. Про це говорить Украина, про це сьогодні не могли мовчати. Ми дякуємо. Побачимось.